Всем привет! А мы уже приехали со школы домой, да? Марсель сегодня написал хорошо тест, получил хороший смайлик такой, да? Сейчас мама посмотрит, что он там, какие ошибки наделал и какой смайлик получил, потому что говорю с его слов только, да? Всем привет! Вот, всем привет! Что ты делаешь? Я играю. Ты играешь? Я его сейчас прошу вот это все уже убрать, потому что тут нужно протереть пыль. Не надо. А он мне не дает. Надо, Марселик. Нужно делать уроки. Я уже не хочу, чтобы он делал уроки в зале, да, как бы за большим столом. А ну, здесь надо делать его комната, здесь его оборудованная, как специально стол под это все. А он тут этим Лего меня просто иногда вот убивает. Ну ладно, там одну игру, как, ну, одну какую-то коробку, да, от Лего, там вот строение взять. Так нет же он. Тут, наверное, строение 6 вместе совмещено. А мне как-то надо это пыль протереть здесь и как-то стол привести в порядок, Марсель. Так, посмотрим, что у него здесь. Я думаю, что у него такой рюкзак тяжелый. А он, оказывается, одну книжку в библиотеку уже сдал, а другую вот принес. Мы читали, про чем мы с тобой читали? Про Ноя, да? Короче, типа как Библия, знаете. Да. Как Библия была у него, она такая детская, похожая. И там рассказ был, как построят корабль, да? Я не помню теперь, как он по-русски называется, на чем на этом судне как бы спаслись люди, там все попарные животные. Да, на русский я уже что-то не помню, как это называется. Вот, так он, ну, ту книжку, короче, сегодня сдал, а вот эту принес. Хотя у нас подобие такой книжки, в принципе, дома есть. Ну ладно. Так, посмотрим дальше. Для родителей. Папочка, оповещение, да, посмотрим. Сына, а что она такая у тебя зажамканная вся? Затолкал ее как попало. Смотрите, она какая у него. Видать, книгу толкал, наверное, ее зажал. Марсель, да, молодец. Вот его и тест. Получается. И вот снизу написано, видите, смайлик. Отличный. И написано, что ты 10 из 12 слов написал правильно. То есть 10 из 12 он написал правильно. Единственное, знаете, что какая была ошибка у него? Сейчас я переверну камеру, покажу. Ошибка Марселя заключалась в том, что вот, допустим, видите, вот это слово нужно написать с маленькой буквы. То есть правописание правильно. Шпюлин, мыть как бы, да, и оно вот у него стоит, надо писать с маленькой, а он написал с большой. И такая же вот ошибка в Бюгельн, то есть правописание правильное, а вот то, что написал с большой буквы, да, надо было с маленькой. И вот эти такие незначительные две ошибки учитель посчитал, что как бы это хорошо, видите, 10 из 12 слов правильные, и вот смайлик. И роспись учительницы 28 января 2019 года, да? Ну, а так все, Марсель, молодец. Вот эти вот слова были, им давали, видите, мы их, как сказать, подготавливались, и вот он написал их. Единственный, ну, шпюлин же здесь стоит с маленькой. Чудо ты. Вот. Чудо ты. Чудо ты. Вспомни песенку, мне так нравится по-русски песенку поет, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, для мамы. Ну, ни в какую. Знаете, какую он песню поет? Руки мои, держи, держи. Что хочешь, скажи, скажи. А кто это, между прочим, поет? По-моему, это поет... Блин, ну не Дима Билан или нет? Не Дима Билан. О, кто пришел? Ничего, смотрим вон тест. Хочешь посмотреть, брата, тест? Брат пришел проверять тесты. Че? Бубу я раньше такой. А ты какой был? Я помолчу. Катастрофа. У него две ошибки, видишь, он написал с большой буквы, а не с маленькой. А у меня наоборот было. Ты писал наоборот все с маленькой, да? Не-не-не, у него две ошибки. Ага. А у меня только два правильно было. Да ладно, честно говоришь. Прям совсем плохо все так не было. Марсель, спой нам песню. Пожалуйста. Оф, а ты знаешь, что он поет? Вешка. Какую?
Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Нет, он не такой. Der eine geht unter und Vova geht hoch. Он не такую поет. Спой, Марсель, как ты. Давайте я не буду показывать, ты просто споешь. Вот такую? На гитаре. Нет, руку мою держи, держи. Что хочешь, скажи, скажи. По-русски? Да, по-русски. Откуда ты знаешь? Мы ехали когда с Нового года, и в машине ведь играла эта песня. Короче, Марселина понравилась, и теперь он ее везде слушает дома, и... Ему что-нибудь скажешь, держи, да? Ну, просто подаешь что-нибудь, скажешь, держи. Он начинает руку мою, держи, держи. Что хочешь, скажи, скажи. Интересное, короче. Мне нравится его произношение, как он говорит. Так, ну что, осталось нам, короче, уроки. Так что, ребят, мы сейчас с вами отключимся и будем делать уроки, да? Ага. Нас Марсель снимает. Я Марселя везу сейчас к другу. И у нас такой снегопад начался. Это что-то с чем-то, да, Марсель? И Марсель, короче, делает съемку снега. Вот так-то. У меня маленький помощник есть, блогер. И крепление не надо, да, сыночек? Да. Он хочет там красоту показать. Елочки, деревья, какие у нас красивые. Для нас же это в новинку снег, да? У нас же не часто снег идет, Марсель? Да. Кстати, вот эта вот школа Вовина была, Вова здесь заканчивал 9 класс. Ну, как Марсель хорошо среагировал. А вот и Марсель. Собственные персоны перчатки одевает. Метет, прям как в феврале, пурга. Ребят, заехала специально в парк, Марселя завезла. Думаю, заеду немножечко, пару красивых фотографий сделаю. Потому что ну, снег такой редкий. Знаете, что радует? Вот такой идешь, снег хрустит. Я не слышала настоящего хруста вот так вот вживую. По видео-то у вас я много смотрю хруста, а вот у себя, чтобы идти хрустеть снегом, давно такого не было. Ну вот, смотрите, сколько много. Красота, да? У нас, смотрите, по идее, вот эти листики, они никогда зимой, ну, не замерзают, потому что минуса нет, да? Смотрите, они все в снегу. Так классно. Да... Было бы неплохо, если бы так вот хотя бы пару дней полежал. Но не про нас. Тут, короче, есть две развилки. Но мы с вами сюда приедем, когда будет тепло. Потому что там утки плавают. Только подошла сюда, хватила водичку посмотреть. Они уже ко мне идут, смотрите. Ну, не прелесть ли? Ну, идите сюда, идите. Так у меня хлебушка нету. Я не думала, что я к вам заеду. Я вообще-то Марселя привезла к другу. Не думала, говорит, ну мы пошли тогда. Офигевший. Идите сюда, Надь. Ну хоть подойдите. У меня дома семечки лежат, я дурочка не взяла. Надо было вам взять. Ну ладно, мы с Марселем приедем еще сюда. Да, давайте. Топайте. А тут смотрите, что. Классно, да? Короче, они перешли дорогу. То есть лужицу. Видите, и потопали сюда к водичке. Хорошо придумали, очищается вода и идет вот в пруд сюда, к уткам. А там вот видите, в зеленых одеяниях, это работники, они убираются здесь. Все, говорит, уходим, 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 как прямо у нас в море, заходим, заходим, заходим. Все, потопали уточки, короче, домой, себе на пруд, и я поеду. Вот, ребят, в планы мои не входило сегодня, в принципе, выезжать куда-то, но выехали. Потому что Марсель сам договорился с другом и решил, что он поедет к другу. Вот. Поставил меня в известность. Мама, ты меня отвезешь. Пришлось. Так что, а я погуляла немножко хорошо. Иногда, знаете, даже полезно гулять. Ну вот, уже, короче, еду за Марселем, уже начинает как сумерки. А какая красота, ну я прям налюбоваться не могу. Я сегодня всех достану снегом. Я не шучу. Ну пускай нам останется память, скажите на снег, какой у нас шел. У нас тоже может идти снег с 10 часов утра. То идет, то не идет. А сейчас прям вообще крупные хлопья летят. Кстати, мы здесь вот раньше жили с Вовой.
Наша первая квартира была здесь, когда мы в Германию приехали. И вот следующая улица направо. А сейчас мы, получается, в другом конце города живем. Вот. Здесь и Вовина школа сейчас будет с правой стороны, куда он ходил первый класс, первый, второй класс он здесь был. Вот такое бы, знаете, ребят, нам на 31 декабря. Какая бы была бы красота, какое бы было бы счастье у детей. Вот эта школа. А вот на этой улице мы жили с Вовой. Видите, он туда. А нам надо чуть повыше. Приехали мы домой от друга. Марсель был полностью мокрый, так как они играли тоже на улице. Мы сейчас одели лыжный костюм и вышли опять играться. Время у нас, конечно, время, сколько у нас сейчас, 6. Ну а куда деваться? Ребенок хочет играться снегом. Завтра снега не будет, так что лучше он сегодня позже ляжет спать. Пускай не в 8, а в 9. Получается? Ну вот. Сейчас пойдем в парк, немножко в парке поиграется. А куда деваться? Надо снег ловить, да? Идем в парк. Марсель светится, подошву его не потеряю. И что только ради детей не сделаешь, а? На все пойдешь. Сегодня целый день, получается, у меня как возня со снегом. О, какая красота. Потому что я Марселя увезла, потом привезла, переоделись, да, и опять пошли гулять. На дорогах, конечно, вот такая вот ерунда, да, не очень. Видите, у нас как. А тут, в принципе, ничего. Вот наш домик. На крыше, кстати, тоже люди живут. Там тоже квартиры оборудованы. Марсель. Смотрите, как трудится. Да. Вот это колобочек. Смотрите, как от нас пар идет. Кошмар. Покажись, устал? А? Смотри на меня. А снег так и идет, ребят. Да. Сейчас, короче, мы сделаем снеговика. Не ставь, я сама его поставлю, оставь рядышком. Вот так, ребята. Будем катать дальше, да? О, вот какие у нас шары получились. Это от меня такое тепло идет, наверное. Дышу, как слон. Ну вот, лепим дальше. Ну видите, да, какой вот снег идет, смотрите. Вообще хороший. Эй, мы же не в снежки сейчас играем, мы сейчас катаем колобки. Смотрите у нас как. Только вот если на песок вот сюда заходишь катать колобок, он в песке весь получается. Видите, это наши тропы. Протоптали мы. Вот какая красота. Так, ладно, пошли катать. Смотрите, какого мы снеговика слепили. И мама только помогала. Да, Марсель? Классный. Ты пуговички ему делаешь? Жалко, у нас ведра нету. И морковки, но вместо морковки у нас будет вот такой нос. Сейчас уже папа с работы должен подъехать. Фух, что-то мы устали. Запарило. О, какой. Моська какая, да? Классная. Что, играем теперь снежки? Ну, дай-ка хоть я камеру уберу. А потом возьму снежок в руки. Папа приехал с работы уже, а мы все еще на улице. Видите, что делать? А это будешь бы поваляться. Достал нас. Мы уже сколько снежки играем, ему все мало и мало и мало. Я считаю до трех. Все. Он же лопатой нас забрасывал. У меня вся сумка в снегу. Вот так. Уже пора идти домой, Марселик. Пока-пока, ребята. Хороших вам дней. Тоже снежных, но чтобы детки наигрались. Пока-пока.